Уважаемые подписчики, ну все, наш мини-отпуск заканчивается. Мы прощаемся с этим прекраснейшим городом, а точнее сказать, городком. Я первый раз вижу, что в одном городе столько церквей. Примерно две действующие. Одна, правда, там ремонт идет, а другую можно посетить. Мы поднялись на колокольню. Вид потрясающий. Больше всего понравился именно в номер нашего гостиницы. Гостиница одна из первых, наверное, в этом городке советского периода, но номер приличный. Но мы были как на конференции, снимали мало, времени тоже было мало. Конференция тоже мне все понравилась. Надеюсь, в следующем году буду. Через 2 года, наверное, он будет следующий. Я буду участвовать. Сколько старинных домов, сколько маленьких домов прилично сделаны. Много гостевых домов, оказывается, здесь есть. Но мы были в гостинице. Очень люблю вот эту набережную. Гуляю каждый вечер. Ну что ж, будем обращаться с Каргополем. Очень приличный, очень красивый городок. Много туристов. Это один из самых красивых городов России, который вошел, по мнению федеральных властей, наверное, кто это организовал. Туристический поток высокий, особенно летом. Я пожелаю городу дальнейшее развитие, как культурный, как в культурном, так и в научном смысле. И в туристическом, что туристы всегда радовались этим частным музеям, и есть государственный музей здесь. Очень мне все понравилось.